Научно-исследовательская деятельность кафедры музыкального искусства осуществляется в рамках темы «Современные проблемы теории, истории и методики музыкального профессионального образования». Основные результаты исследовательской работы преподавателей, студентов и магистрантов представлены в научно-методических пособиях, статьях, докладах научных конференций, в рамках участия в конкурсах научных работ, междисциплинарных проектов и стартапов, научного рецензирования и редактирования. Важной особенностью научной работы кафедры является практико-ориентированный характер и связь с образовательным процессом. В этом направлении определяется тематика дипломных работ и магистерских диссертаций, связанных с искусством исполнительской интерпретации. Результатом научных исследований преподавателей и магистрантов внедряются в учебный процесс. Перспективным научным направлением является исследование по развитию инновационного и виртуального музыкального образовательного пространства. В рамках реализации образовательных инноваций и использования новых музыкально-образовательных технологий я, Самойлович Полина, магистрант кафедры музыкального искусства и член студенческого научного кружка «Теория и история музыкального искусства в контексте культуры», предлагаю оригинальную научную разработку. Инновационный метод освоения учебного материала учениками музыкальных школ и колледжей, дидактическую игру «Снегурочка». Идея игры – познакомить игроков с оперой «Снегурочка», ее сюжетом, героями и музыкальными номерами. Игрок погрузится в мир славянской мифологии, познакомится с героями оперы, прослушает музыкальные номера в процессе прохождения игры. В итоге он усвоит учебный материал по предмету «Музыкальная литература». В процессе игры понадобится знание истории и теории музыки, а также история культуры. Основная целевая аудитория – ученики детских музыкальных школ и колледжей. Данная игра имеет мало аналогов в музыкальном образовательном процессе. Также помогает быстро, доступно и эффективно усвоить предложенный материал, что приведет к успешному освоению программы по курсу «Музыкальная литература».